Сура 97. Ночь предопределения. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Поистине мы, Аллах, не спаслали его, весь Коран целиком, с хранимой скрижали на ближайшее небо, в ночь предопределения. Аллах Высочайший не спаслал весь Коран целиком с хранимой скрижали, Лаух Аль-Махпус, на ближайшее небо, в ночь предопределения. Далее из ближайшего неба Коран не спосылался пророку Мухаммаду частями в течение 23 лет, в соответствии с возникающими обстоятельствами. Ночь предопределения является одной из ночей месяца Рамадан. «И что дало тебе знать? Ты хоть знаешь, о пророк, что такое ночь предопределения?» Эта ночь называется ночью предопределения, так как в эту ночь Аллах Всевышний определяет дела на будущий год. Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. Имеется в виду то, что дела, которые совершаются в эту единственную ночь в году, лучше дел, которые совершались бы в течение тысячи месяцев около 83 лет. Не сходят ангелы с небес, и дух, ангел Джабриил в нее, в эту ночь, с дозволения Господа их, для исполнения всяких повелений. Она ⁇ это ночь, мир, благо и спокойствие до восхода Зари. Эта ночь вся является благом и спокойствием, и нет в ней зла. И ангелы группами продолжают сходить всю ночь, пока не появится рассветная заря.